Оксана, да пхизе плетелю гражи земи, всерде каначинчини хвартень каларами, стадире Ирина Константинова. Елана кэни ергебе, щурхи ага жизне подерзень, район де агропромышленность, комплекс инчета ржаганзем, щеры жизне аншлё вишлене паларца, агадуй уявни ртеречь. Агадуй район да бурнаганзем, чинчи кэтнеде юратну яв. Унда район де истории бе, ела ергене, тимлень праза халах хушинче культуру пуянных не адаландараш тиденде, енаш пульмям. Канашкин речь Чаку ял чертме уйхин сакар мажинче урожай стадион райртре. Авалхи ела Ергине тебе грузящие решения щурхи агазуха вышлезисень агадую явни иртереть. Чеваш семенинне щакун юрлаза саванзан воезем вылязан, кергунне тухышлы тырбул пухса эльме пулаттене. Канашкин ре агадуй урожай стадион райртре. Кыжала на Чеваш республикинче театр шулдалыкне канаша йенинче щеч пельмиши поэт шулдалыкне халлаза Ергелене. Уява келегензине хапхаранах юмахри юланучызем кыцы ильчыш. Ачабычан авара уйрамах ялдыр гезинче нильзегельне чырджон кайык кыжыге курума илердюлі бульчы. Аваллыхпа хальхи тапхыра сынарлаган куравышта хыназыне тыткынларя. Канаша юне кереген терлі ялзинче ретро автомобильзіне кымылаган земде чыла имеш. Нумай жыжын візем тимір кустырмезем мар чун ебатмыжы. Машина Москве 401, пиндеді қыржырал 20 шулхи, хирмулды лажа выйлы. Шат машинаны, еп твады жылгайлы айлынычы. Состояние пиде ябыхте. Вот реставрирует туза. Щурепер. Щитмель километр час. Хоим ходжебе хожитмель. Александр Романов пегех машин из не Маргарита Бурзуева да кмыллать. Пурныч тершибех вол водитель был за ашленискер, техника на анланать. Паян хигон Волга автомашина могр ялинче упранать. 68-го выпуска, 68-й. Владя вода на жинде, владя хай пуштарнана. Вот он там был, хали берунай, был казанере бурунна. Казанере чавна, иге машина, пер машин пуштарза. Яла изигельзе, мана подарит турина был. Был расход, конечно, Волга пузграх расход, хавгенде жудлазасан. А так был мощный, плавно, прям все время интересно было. Ага, был. Его машину кумбех или кибе хальгибеке еще млахмар рульзене щавргалама. Ну, килежеть манаво. Уява чевхарзащитник и назем сцены шумне леди турденчеш. Везень жденче район ердючисем депутатсем ендешлих хастарисем. Он зарбушне канаш ень мадур ивеля, ращей героя Николай Гаврилов табульча. Уявара мухтавам эсман юратный район, театралла юра даже номер бевушланча.
Канаша йонень перлиштерне ачасень хориде, чамраклых юррибе, таши зимбе савандарчищ. Уяв яджибе пухонысне Иван Иванов район пышлихе саламларе, Владимир Степанов ара, щулдалы кри агропромышленность щедине в зимбе палаштарчи. Праздник свадьбы! Плуга и земли мы встречаем с неплохими показателями по отрасли сельского хозяйства. Вся посевная площадь в текущем году составила более чем 30,5 тысяч гектаров. Это практически на 950 гектаров больше, чем в прошлом году. Под урожай сев яровых, зерновых, зернобобовых выполнен на 122% с учетом пересева зимних культур на площади порядка 12 тысяч гектаров. 4 июня проведен коллективный осмотр посевов. Результаты увиденного радуют. Особенно отметили хорошие посевы следующих сельхозорганизаций КФК. Я считаю нужным их необходимо отметить. Это агрофирма «Канмаш», генеральный директор Лапшин Андрей Юрьевич. «Слава картофелю Канаш», исполнительный директор Терентьев Евгений Валерьевич. ООО «Хучель», директор Александров Владимир Георгиевич. ООО «Пионер», гендиректор Николаев Николай Германович, исполнительный директор Михайлов Вячеслав Алексеевич. СХПК «Путь Ленина», председатель Романов Александр Николаевич. ООО «Цивиль», директор Ефимов Вениамин Михайлович. СХПК имени Кирова, руководитель Владимир Герман Георгиевич. А также крестьянские фермерские хозяйства Петрова Вячеслава Васильевича, Владимира Александра Петровича, Протасова Ивана Владимировича, Герасимова Владимира Николаевича. В текущем году, как и в прошлые годы, в республике проводились конкурсы фермерских хозяйств. По программе развития животноводческих ферм КФК Сергея Николаева из Осквы, Освинского сельского поселения, приняв участие в данном конкурсе, выиграла грант в сумме 10 миллионов рублей. Они будут вложены в строительство молочно-товарной фермы на 84 головы, закупку молочного и стойлового оборудования. По программе «Поддержка начинающих фермеров» три кандидата выиграли гранты на сумму каждой около 3 миллионов рублей на развитие отрасли животноводства. Можно и дальше рассказывать о достигнутых успехах и наших передвигах производства. Надеюсь, мой доклад дополнит организованные на празднике многочисленные выставки и площадки, стенды и контент-платформы. Сергей Артамонов, Чуваш Республики, министр день каменечень председателя Нчуме. Тогда я лхжалых министра республика пышлыгень салам самахнельзеч дерчам. Сердечно поздравляю вас со славным весенним праздником Агатуй. Этот праздник единения и веселья народных традиций и обычаев, подчеркивающий важность и значимость коллективного созидательного труда, стал связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим чувашского народа. Каждый год после завершения напряженной посевной кампании мы чествуем тружеников села. Сегодня, благодаря эффективной поддержке государства в агропромышленном комплексе республики, появляется больше крепких организаций и крестьянско-фермерских хозяйств. Создаются рабочие места с достойной заработной платой. Успешно решаются вопросы комплексного развития сельских территорий. Жизнь на селе становится комфортнее и привлекательнее. Только работая в единой команде, сохраняя накопленную веками крестьянскую мудрость, верность нашим традициям и жизненному укладу, мы обеспечим надежное будущее нашей замечательной республики. Низкий поклон сельским труженикам. Пусть сегодняшний праздник вдохновит нас на добрые дела, придаст оптимизм и уверенности в будущем, а закрома пополнится богатым урожаем. От души желаю всем доброго здоровья, успехов в делах, счастья и благополучия. Глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. Министр палырт на дарах щурхи культуры снега себе Канаша Айонинчия план ранда иртерне. План сева яровых по Канашскому району перевыполнен. Так же, как в целом по Чувашской республике на 20%. Всем, район сегодня занимает третье место в республике по площади сева яровых зерновых зернобобовых культур. Все мы помним, 3 года назад у нас было необработанных земель более 12 тысяч гектаров. За эти 3 года самое большое количество необработанных земель введено в Канашском районе, более около 9 тысяч гектаров земли. Всем аграрникам хочется выразить за это слова благодарности. На 117% выполнен план сева овощей и открытого грунта. На 155% в Канашском районе к уровню прошлого года увеличены посевы масличных культур. В 2 раза больше уровня 2018 года посеяны кормовые культуры. Самое главное,
На 20% за один год выросла заработная плата в сельской местности. Дорогие друзья, вы достойно встречаете один из самых главных праздников чувашского народа. Позвольте мне еще раз поздравить вас всех с этим замечательным праздником Агадуй. Малашне дежамбек, парберембек, килиштерзе, парнябери алланза, эштезе бурзан, ялхужу жалыхиндеде, ялзенжеде, шемьереде, килижуде бладь. Тебрухут, пурниде, там замахи, уявья тебе, там добыч. Район Адаланове подземешле унда бурнаган зинчен келетизе паян пыррегана палыртман. Уявгнинче Чуваш Республикин пучлихень тавгутне тада сихетне парза числарич. Галина Алексеева хучель хучалыхра вылях пыхать, Светлана Степанова Киров хучалыхра даярка булза ишлеть. Валерий Мартынов врач-анестезиолог пулза дрожать. Чуваш Республикин ял хучалых министерсин почет грамоты знете вишнесинеде сцены жинче числарич. По имени Кирова, да? Даярка ишлеть. Чилай жулуже, хам же юраца два киништереп. Пойдем, эмер, пусть хам нужанда ютцарат, года жилытла. Шледим. Бу награды не кетменде, мана поздравить туна их шугайла дуже. Ал пожалуй, да, да, жанда, числа за муфтады, шпиди сау надо бунжун. И зирди шау пожал храна, хобр сдавала штара. Небе, Алексей Владимир Анатольевич. Чакнашкал мадурзень шучу шав дири ешлам. Кабр сцены жене тав замаги снети вишищен зине пурни дечинчеш. Ялдары гезинче шурт ер туян ма, ехы бартма май бараган сертификации неде, пилик шимгене парзаха в халандарна. Дорогие друзья, уважаемые земляки, я очень благодарен руководству Канашского района, городу Канаш, за регулярное приглашение на значимые праздники на моей малой родине. Очень приятно видеть танцы и пляски чувашских людей. Вы очень талантливый народ. У вас очень красивые дети, песни, стихи. Агадуй – это сельскохозяйственный праздник. У нас на фронте говорили так. Там, где Жуков, там направление главного удара. Если министр сельского хозяйства Чуваши находится сегодня здесь, значит, здесь главный Агадуй республики. Я поздравляю вас с успешным завершением весенне-полевых работ. Желаю хорошего лета и хорошего урожая. Я вас поздравляю от имени Общественного совета города Чебоксары, от имени Федерации спортивной борьбы Чувашской Республики. А также приглашаю от имени Оргкомитета полномочного представительства Чувашской Республики в Москве на московский Агадуй 29 июня в парк Измайлова. С праздником! Канашсим генде шлиге ерте бураган зембе шак тарахра кунжуды курны мадур земде уява худшын маваскариш. Курадырынде канаш шыре пуян эшчен зембе чималдан. Паллах уява иртербеде
Мултараще гурунать канаш сем. Хаварах азрыгадыр, хаварах сизедер буленде. Республика жаэнче анчах мар, расчей жаэнче ирдеген уяв евер дуядып. Хамаша гуявра. Сире хавара кили жэнди ша гуяв. Аплабузан пурнат бурга. Мендери комолла сирен юмрдатыма. Маржанчак тимеже гуд паха. Епшагу явран, яланах вайланза, день каштак шамркланза, киле тавранадып. Но май вот хуши, шухшла за чуредеп. Тван енче булдым, кунди чинзень ошине туйза, кунди сывлашпа, кунди абатшимишпе, ебе тогда, ну май бурн мать захамовали программу туза бырадов. Каждый гильни манжан шаквал пиде бызык подержишле. Паяны бира за ильдемар хамаран, чи сумла паядамара, шесть пельмешине. Шаржирим жулка ялла вал чурална. Ибер на них шандаман маспар, ибер ендерсем онда кайза чуретпер, ибер онда палок лартна, ибер онда ямразем лартна. Вон сеч примешин юратны ивыши ямра булна, визе ямра, узеть халь он палок банже, остер хулинже. Ибир шак парримаш агадуй уявагетня. Телемеле кетне, телемеле саванна. Пэдэм дэнжи театр дене Вильям Шекспир. Шагымар индивал театр дени. Паян шагында шаг сэны шинче, шаг площадкара. Тыррине акрыш, пушак сэмиши дэнжеш, вырзаэльчеш. Шэнжэн ял ищенин уявы. Ял ищенивал. Эмэрдень, бараган, чихи зепля шин булна. Межендезине зир, пэдем жинна шагаржидеридары. Шаржинжевара шагардан асли нехжанда неменде булман. Урожай стадиону шлангенче баян пинжерде пинжер, хына вырнашма булдарча. Эшпе уяв алла алын пыны май канаш тарихен шидине взенеде курза жаврнма май вульча. Кундах адалану карты, сухайгасы дарихе шенетелле взембе палаштарать. Театр жылдалы книха аллаза костюм зембе терле десле шлепкезем кужадыт канлаган курав. Спектакль вылеган сцена да кундах. Ялдархи земвара шулдерин дене пегех шенелек симбетерин дереч. Чеваш культурин авалран пыраган низельден низель. Кужаган, уявзине сыннарлаза вуляза гдартрыш. Янгальчзем калабар салдага азадны ергене кытарца бараш. Ямашзем херет уя хадерлеш. Шильтемзем вара сыра веретме верендеш, хыназыне зайлаш. Сикасызем Петравгу не уявлана ела ергене сыннарлаш. Шешпильзем баян немене чинеш. Ужирмазем ача пыча кардыне керзе курма ехравлаш. Пайгельцин кардыжинче вара шулахигун юр вырдатейн. Кунда швидке жюренине сыннарлаш. Тебер кардыжинче вара варны уявень хы еверлихне в езине курза савынма бульче. Агадой уявне хутшнаган хыназен пэдзем чиберлихе, омырдузне кунка чибе курза жаврынма май бульче. Кашни куравыш хыйне еверле и лирдюлле иртрям. Творчество тележинчейн кына мар. Агадой паян спорт енебеде палырче. Волейбол, футбол, ирыкли кережу кире буганне едасы тада и ты омырдузембе пуян бульче. Эстрада шелдарызем варам менте тимчинех савык юрызембе кымылзне ущреш. Канашки Каларом Вали, Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Урожай стадион. Хизепли телеграф жизем, шагнба бирани уирна каларом вахача вышлензевача, и верзерембесу была жатвар, и всердати претель был чень.